измученный дорогой, я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня впустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Здорово, отец. Пустишь погреться? Не боись, не дожигу. Будь как дома, путник. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Будь как дома, путник. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Заставая истории, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. На улице темнело, сидел я за столом. Листик сидел напротив, болтал о том о сём, что не среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. И вот среди ночи завыли под окном. Старик заулыбался и вдруг покинул дом. Но вскоре возвратился с ружьем наперевес. Друзья хотят покушать, пойдем прядью в лес. Будь как